Приветик! Мы сейчас с Эльзой вам сделаем обзор на новый ММТЭМС. Хватит на тайм. Сейчас. Он уже помятый. Ну, помятый. Ну, потому что он, я не знаю, сколько он лет там позавчера уже находился. Привет. Да, вы в языке. Ну, в языке, сколько там уже дней больше? А что там ММТЭМС? Да. Соленый с арахисом. Да. Там это можешь забить, короче, код. И можешь что-нибудь выиграть. Поездку куда-нибудь. Ты будешь забивать или я? Я хочу поручить это тебе. А, ну хорошо. Хозяин. Это синенький. Это очень прикольно. Это желтенький. Это он еще баще. Чё, как у вас там дела? У нас отлично. Соленый арахис, а сверху глазурь сладкая. Mm-hmm. Классно. Покупайте, кстати, такой ММТЭМС. Мы, кстати, короче, не забашляли. Мы рекламируем. А честно, сколько реклама ММТЭМС стоит? Ну, как бы и не научно намышлять. А, я тебе подмигиваю? Меня не видно, когда я тебе подмигиваю. Не видно. У тебя сейчас бровь дернулась. А, бровь дернулась? Какая дела? Они такие солененькие. Кстати, короче, можете с пивом пить. Если бы, короче, да. Извращенцы с пищей. А, кстати, короче, мы как-то давно с Агером это пили пиво с этим, с батоном. С пустым батоном? Да, пиво, и потом, и, короче, это шиш. Выносило только так. Ну, там как он. Хлебушек якобы дрожжи поддержит, а вообще запись идет, пойдет. О, нифига себе, мы так клевые такие. Потому что в очках, короче, это какого? Не сильно, короче, видать. Не, как мне говорили, что самое лучшее с пивом это вареная сгущенка. А не пробовал, а мне там обзор... Там поначалу это невкусно, да. Но потом ты как втягиваешься. И потом прям умотно. Кайф. Прям вот как и вот этот МНДМ соленый с арахисом. Я помню, мы как-то сделали, короче, типа Пургена. Взяли с Агром, взяли, короче, это, этот, как его, монастырскую воду, короче, и добавили туда сливки, попили, короче, и потом, здравствуй, Турген. Турген отдыхает. Что? Что такое было? Что-то везде все шумит, там шумело, тут шумит. Это у нас снова записи, короче, там... Где идут постройки, да, ремонтные дела. Будет скала тут. Ошибляюсь. Ну, это не стройка притягивает. Это да. Что я буду строить? Надеюсь, ничего еще не построили. Фиги, да он светится. Мне мама еще чуть-чуть на голове стала. Говорит, он тебя еще кривой шумит, чё? Пошли нормально. Это солнечный удар. Идет. Интересно, как мы солнечный удар не получили, когда на тунгу сходили. Вот ничего. Как туда с этим, да? Иди за шоколадью. Подожди, мы еще не все. А ну-ка. Забить. Кот, может что-нибудь выиграем? Ты поездка. Нет, кстати, я реально выигрываю. Я знаю, я же выиграл. Сколько раз. Если бы не выиграл, то... А бы в этом не говорил. Ладненько, всем пока.
Ну так что подписывайтесь. Чем вас больше будет, тем будет лучше видео, да? Правильно? Mm-hmm. Потому что мы стараемся. Для вас просто вы не смотрите, мы можем это какое-нибудь снимать. Жарко очень. Да, и жарко еще. Вы должны подписываться, у нас должны поддержать. Mm-hmm. Вам всего хорошего. Пока. И позитив, и Эльзик. Люблю тебя.